Мы поймали мышь. Вообще её намазала мазью от насекомых. И она сейчас урчит. Она думает, что я хочу отобрать ее мышь. Вот, ну мне это свет не мыл. Дай мышь у кошки отобрать. Включила приближение. Третья мышь, принесенная в этот приезд сюда. И вот смысл жрать ее именно на ковре. Мунбанк от кошки Алиски. Она урчит, я думаю, блин, я же дверь, окно, точнее, в избу закрыла. И кошка не должна ни другая запрыгнуть. А кажется, мы принесли мышь. Я думаю, что она приперлась? Ее гоняют, что ли, уже? Творожка может ей дать. Мы пришли с едой, нас не надо кормить. Я тут монтировать ролик собралась. Вообще я собиралась дойти до деда, узнать, как он там, а потом в Прилуке. А в итоге что-то проснулась поздно, потому что вчера проконетерилась, уснула даже позже, чем кошка пришла позавчера. Ну, короче, вчера легла спать в 1:25. Соответственно, проснулась позже 10. И сначала хотела еще поспать, а потом думала, блин, я же к деду хотела зайти. А потом вспомнила, что у меня еще тут монтажа 2 часа. Наверное. И в 2 надо в Прилуки съездить. Короче, ладно, пусть она жрет.